Впереди выходные, и возникает вопрос, где их провести. Выбор становится сложнее, если отдых планируется семейный. Но не волнуйтесь, у нас есть для вас ответ. Добро пожаловать на всероссийскую ярмарку в Чебоксарах. Хотите встретить зиму во всей красе? На ярмарке это сделать легко. На выбор теплые, а главное, стильные вещи. Разнообразие удивляет, и определиться бывает непросто. Здесь можно купить уникальные вещи. Например, из шерсти яка и верблюда, а также кашемира. Платки, шарфы, варежки и жакеты. Все производство монгольских предприятий. 5 минут постойте, вот как будто вот здесь разливается тепло, вся печка. Держать ноги в тепле легко. Подобрать пару меховых унт или кожаных сапог можно всем. Мужчинам, женщинам и детям. Верхняя одежда, модные шубы и пальто с вышивкой разнообразных расцветок. Теплые куртки и пуховики производства Финляндии. Представлено много разнообразного, то, что нет в магазинах. Можно закупиться и пойти домой уже отмечать. Украшения из камней, кольца, подвески и сережки. Свой комплект сможет подобрать любая девушка. Для дома оригинальная посуда из голубой керамики, вкусные чаи и, конечно же, сладости для больших и маленьких сладкоежек. Например, финские метровые конфеты, узбекская халва и щербет и южная чурчхела. Нет, каждый день мы рядом работаем, каждый день что-то смотрим, что-то покупаем. Кто куда? Вы на всероссийскую ярмарку. Щедрый выбор и яркие эмоции от покупок ждут вас в субботу и воскресенье в павильоне у гипермаркета «Мегастрой».